Власти Перу отказали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в приглашении на саммит Америк, который состоится в столице страны в середине апреля. Об этом говорится в заявлении, принятом во вторник группой Лимы. Группа Лима была создана в августе прошлого года в перуанской столице, где представители 11 латиноамериканских стран и Канады подписали декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения предварительного референдума. Кроме того, участники группы Лимы подвергли критике решение о проведении президентских выборов в Венесуэле в апреле этого года. Они считают, что одностороннее решение, с которым не согласна венесуэльская оппозиция, делает невозможным организацию, цитата, «демократического, прозрачного и внушающего доверия голосования с участием всех политических сил страны».